15 и 16 июля в Омском велотреке состоялся этап Кубка Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою памяти героя Советского Союза Николая Чепика. У турнира богатая история. 29-е соревнования прошли в поддержку нашей армии, выполняющей задачи спецоперации на Украине. В состязаниях участвовали 75 сильнейших бойцов из 11 регионов. То, что сегодня все спортивные мероприятия, как бы там ни было, посвящены именно проведению специальной военной операции, а тем более военные соревнования, которые проходят среди наших военных округов, это очень важно поддерживать, очень важно делать на этом акцент, как важный фактор патриотического воспитания для молодежи. Острое соперничество разгорелось во всех 7 категориях. Спортсмены продемонстрировали отличную технико-тактическую подготовку. Все комбинации проводились на высоких скоростях. Бойцы быстро просчитывали моменты и последовательность действий как в атаке, так и при проведении контрвыпадов. Использовали малейшую возможность для удара или борцовского приема. Главный приз этапа выиграла первая сборная ВДВ из Москвы. Столичные рукопашники завоевали 2 золотых, столько же серебряных и 1 бронзовую награду. Мы делаем сбор и подготавливаемся к этому. Все наши пацаны подготовлены серьезно, по-мастерски. Вот. Ниже КМСа в нашей команде нету. Наши успехи, наши победы посвящаются нашим бойцам, которые сейчас в это тяжелое время находятся на спецоперации. Второй результат показали бойцы Омского автобронетанкового инженерного института. Третье место заняла команда Южного военного округа из Ростова-на-Дону. Именно этот вид спорта, армейский рукопашный бой, он всегда был очень важным в вооруженных силах. Мы готовим бойца, который со спортивной арены идет на передовую и также себя проявляет успешно. Вот среди ряда отличившихся вот по телеканалам я встречал фамилии тех ребят, которые вышли из этих соревнований, из армейского рукопашного боя и с честью выполняли там свою задачу. Следующий этап Кубка Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою пройдет в конце июля в Уссурийске.